орем, напрягая глотки. А потом микрофоны понять. Нам не надо ни пива, ни водки. Мы хлебнули минуту назад. Можно учить до упора. Вкалывая так годами. А можно прийти за шпорой. Сдать и уехать к маме. Добрый доктор Айболит, он под деревом сидит. И идут к нему хромые, одноногие, кривые, одноглазые, косые, с менингитом и колитом, вирусным энцефалитом, раной колотой, сквозной, пулевой, ножевой, перебитыми руками, треснутыми черепами. А он все ставит и ставит им градусники. Он без страховки идет на зачет. Свободно и гордо шагает вперед. И также свободно шагает назад. Смотрите, завидуйте, дегенерат! Если бы физики были бы пчелами, мы бы давали неправильный мед. Соты без сахара, с пеной и солодом. Кто истинный физик, тот сразу поймет. Один в заводе есть закон. Попил пивка, помой бидон. Поднимем знания на новые высоты. Несем науке доблестный мы пост. Вот так Каргин наш произносит обычно на банкете третий тост. Расчет окончен и в разгаре опыт. И строим мы адиабаты в ряд. Кипит наука, сердце ждет чего-то. Работает самогонный аппарат.